Кавказ, Новороссийск. Warner Brothers и Томас Лангман представляют. Главный, задание выполнено. Это закрытая информация. Штаб-квартира управления внешней безопасности. Снимки с места захвата. Уровень секретности высший. Сделаны около часа назад спутником Осирис. Отличный снимок. Добро пожаловать, генерал. Добрый день. Генерал? Здравствуйте. Привет. Это снимки с Осириса. А, неплохо. Господа. Дело в том, что русские купили у нас новейшую ракету М-51 за очень большие деньги, а ее похитили. Мир находится на грани катастрофы. Мы должны отыскать ракету и вернуть ее русским как можно быстрее. Кто похитители? Пока неизвестно. Требований выкупа не поступало, и я боюсь, что в ближайшее время этого не произойдет. Эти террористы хорошо информированы. На что вы намекаете? Не всякому по плечу, генерал, похитить подобную ракету. Господа, не ссорьтесь, мы должны работать вместе. Предлагаю отправить на поиски двух моих лучших агентов. Чтобы они провалили задание так же, как операцию «Тайфун»? Вы передергиваете факты. Мой генерал, но это же все знают, это очевидно. Дайте мне сказать. Мой милый генерал, пожалуйста, не надо. Тогда немного перестарался Боб Окленд. Он взорвал полгорода. За это сослали на Ямайку. Да. Давайте закроем эту тему. Замечательно, предлагаю взять моих агентов. Полоса препятствий. Что ж, согласен. Но они должны пройти испытания. Само собой, генерал. Само собой. Я вызвал вас, Монокль, так как вы самый надежный агент. Вы единственный, кому я доверяю.
В нашем ведомстве завелась продажная крыса. А может, это я крыса? Очень смешно. Я не хочу, чтобы кто-то из наших людей пострадал. Дело опасное. Даю неделю. Возьмем гражданских людей со стороны? Не понял. Если у нас завелся стукач, нужно перекрыть ему доступ к информации. Убьем сразу двух зайцев. Гражданские помогут найти ракету и разоблачить крысу. Наживка. Наживка? А где же ее взять, эту наживку? Это круто. О. Хороший костюмчик. Извините, пожалуйста. О, добрый вечер. Добрый вечер. Вы сели на мой пиджак. О, надо же. Что вы наделали? Теперь он весь мятый. Посмотрите. Извини. Как я его теперь надену? Это же неприлично. Куда? Что это такое? Да брось ты, тут полно складок. Одно им больше, другое меньше. Не парься, пупсик, и получай удовольствие. Что? Не гони волну. Послушайте, значит так. Во-первых, я вам не пупсик. А во-вторых, уходите. Уходите, это мой диван. Ах, вот как, он твой. Ты что, его уже пометил? Быстро. Хорошо, хорошо, хорошо. Что? Я сейчас тебе морду набью, козел. Я с тебя котлету сделаю. Да ну. Ты меня достал. Эй, о-о-о. Да у тебя кишка танка против меня. Да? Да. Ну, сейчас ты получишь. Эй, предупреждаю, попсик. Я тебя урою. А ну-ка, завязывай, а то я тебя сейчас по стенке размажу. На кого ты хвост поднимаешь? Посмотрим, на что ты способен. А, мазила. Лысенький в бенуаре в Бельгии. Настоящий маменькин сынок. Без отцовщины живет в Париже, в порочащих связях незамечен. Очень робок, себя не контролирует. Быстро впадает в истерику. Из-за пустяков. Отлично, отлично. А Верзила кто такой? Да? Ну что? Что? Ульям Саваш по кличке Дикарь. Никогда в жизни не ходил на постоянную работу. Обожает азартные игры, влюблен в свою внешность и считает себя Казановой. Что ты делаешь, и главное, может пустить пыль в глаза. Замечательно. Чтобы подзадорить их, скажем, что берем только одного. Что, убьешь меня? Ты что? Ну что, доволен? Ну вот тебе. Не распускай руки. Добрый вечер, месье. Здрасте. Меня зовут Уилл, но вы зовите меня Дикарь. Меня зовут Бен. Зовите меня Бен. Дикарь. Бен, я хочу вам сказать... Лучше зовите меня Уилл. Просто Уилл. Уилл, Бен, вы должны... Нет, не надо Уилл. Лучше все-таки Дикарь. Ясно. Помолчите. Я не буду подходить, ладно? Ты что, дурачок? Так и знал. Что? Это мамуля. Что мне делать? Мамуля? А, придумал. Я отвечу, но говорить что не буду. А? Это полная чума. Ага. В жизни такого я придурка не, не видел. Я тебя люблю. Целую. Что? Я люблю свою маму, да? Что в этом такого? Это совершенно мы нормально. Мы давно за вами следим. Вы очень разные, но у вас есть главное. Вы храбрые парни. Уж я-то точно. О, меня зовут Монокль. Я занимаюсь вербовкой. Секретной службе нужны такие люди, как вы, которые умеют приспосабливаться к любой нестандартной ситуации. А значит... Извините, астма. Не могу дышать, но ничего страшного. Выживать. Только один из вас отправится на задание. Я готов. Когда? Да. А каким образом вы хотите выбрать одного из нас? Вас подвергнут различным физическим испытаниям и выберут лучшего. Меня. Слушай сюда, дубина. Между нами война. Победит сильнейший. Франция. Школа разведчиков. Наша дивизия – сливки французской армии. Лучшая экипировка, лучшая подготовка. На нас держится страна. И да, здесь тяжело. Но почему тяжело? Потому что это залог успеха. Скорей! Они стреляют! Дайте этим салагам прикурить. Ha ha ha.
Отлично. А теперь отморозки погреемся. Тест на терморегуляцию. Надеть шлемы. И напоследок экзамен на идеальное вождение. Вам придется сделать разворот в экстремальных условиях, предельно далеких от нормы. А скажите, а почему нет двери? А может, вам еще стекла притереть? А шлемы нам зачем? Вам точно не нужны, но по инструкции положено. А-а-а. Пуск! Ты что, с ума сошел? Да я ничего не трогал. Если бы не ты, я вот так развернулся. Чего ты на меня орешь? Как облажаться? Черт, 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 черт! Чтоб тебе? Отстой! Скажите мне, дикарь, почему я должен взять вас, а не его? Боже, вы что, сомневаетесь? Твою рожу видели? Это же настоящий трус. Таких смятяев днем с огнем не найдешь. Вы ведь не были в танке? Он там штаны наложил. А я в порядке, я вас не подведу. Я пошел в отца. Доктора Саважа до сих пор все пациенты со страхом вспоминают. Хорошо, можете идти. Скажите Ривьеру, пусть зайдет. Надо поговорить. С кем? С Ривьером. Ну да, с Ривьером. Дорогой шеф, вы уж с ним поделикатнее. Ну что, как? Босс тебя ждет. У меня что, есть проблема? Да, у тебя дурацкое выражение лица. Да. Я прошу? Ну, крепись. Ну, почему меня, а не его? Я просто, я был... А, это невозможно, он тормозит, но... Вот утром он не смог. Я думал, что меня его лучше. Возьмите меня, пожалуйста. Если я не получу эту работу, мою маму выгонят на улицу. И меня тоже. Как я это объясню? Пожалуйста. Прошу, возьмите меня. Агент Саваж, агент Ривьер. Я получил результаты. Наконец-то. Ну все. Прошу. Уходи, не мешай, давай. Смотри, вон твой автобус уезжает. Беги, а то опоздаешь. Меня. Дайте мне закончить. Да ты не расстраивайся. Мы не смогли выбрать одного. Это странно. И на задание вы отправляетесь вдвоем. О, боже. Я просто... Полковник... Можно мне сказать? Валяйте. Господин полковник, знаете, вы сделали правильный выбор, честно. О, да. Я хочу сказать только одно. Я много повидал полковников, но вы самый лучший. Еще один тест, капитан? Мы должны забрать вас и доставить в Париж. Ваша миссия начинается немедленно. Господа, ваше задание — обнаружить и вернуть М-51. М-51? Это ракета, высота 12 метров, диаметр 2,30, вес 56 тонн. Ее структура углеродно-полимерная, позволяет выдерживать давление в 130 бар. Сопло первой ступени выдерживает 3000 градусов. Радиус действия 8000 километров. Начинка 6 ядерных боеголовок. Точность такая, что можно поджарить суши в Йокогаме. В заключении можно сказать, что М-51 это Роллс-Моб... То есть, это просто Роллс-Мобс... Это Роллс-Ройс среди ракет. Роллс-Ройс. Это моя фраза. Я вижу, вы хорошо осведомлены. Что ж, в последний раз мы засекли передвижную платформу с ракетой на берегу Черного моря около Новороссийска. Вот снимки, сделанные нашим спутником Осирис. У нас осталось уже не 15, а 7 дней. Понятно. Ух! Это просто отличный снимок. Дай сюда. Ага.
Убери свои грязные лапы. При увеличении этого отличного снимка мы получили вот это. Оу, я эту татуировочку узнаю с тысячи. Это же Нетти Дредс, номер один в модельном агентстве Виагра. Какая знойная женщина, я от нее без ума. У меня от нее просто крышу сносит. Браво, это Нетти Дредс. Завтра она будет в Монако. Думаете, она прикарманила М51? Это вы и должны узнать. Ваша легенда – миллиардеры, отдыхающие на Ривьере. Нет, это невозможно. До завтра мы не успеем достать миллиард. Отлично, отлично. Там вас встретит связной. Пароль узнаете в последний момент. Если понадобится, мы пришлем на подмогу морскую авиацию. Нет, ну что вы, не стоит беспокоиться. Разве что за ним. Вопросы? Нет, тогда есть. Как быть с деньгами? Эти у нас... Займем у налогоплательщика. Замечательно, замечательно, отлично. Но вы не усердствуйте. Конечно. Нет. Нет. Возьмите. Нет. О-ля-ля. Это же настоящий пистолет. Команда, разойтись! Офигеть! Дай посмотреть. Нет, это мой. Ну дай. Вопрос. А у нас все будет как у Джеймса Бонда? Лицензия на убийство? Вы можете использовать оружие только в случае крайней необходимости. А, досадно. Жалко. Очень жалко. Очень досадно. А если я утром опаздываю на работу, а меня тормозят за превышение скорости, это крайняя необходимость? Эй! Я начинаю выходить из себя, а мне необходимо быть в форме. Разве это не крайняя необходимость? Отлично, отлично. Ступайте к начальнику отдела технической поддержки. С ума сойти, это же... Ух ты! Прекратите. Идемте. Держи. Смотри, смотри, смотри! Здесь столько всего. Смотри, какие офигенные штучки. Вот это склад, умереть не встать. У-ху-ху! Нет, нет, надеюсь, это не для нас. Это уродство какое-то. Это что, мне? Это великолепно! Это великолепно! О, хаки мне очень идет. Можно примерить? Конечно. Это наша лучшая модель камуфляжного костюма. Это потрясающе. Я, конечно, не все вижу, но выглядит удобно. Один вопросик. А как он действует? Кнопка на рукаве, нажмите. На эту, месье? Да. Не хотите пройтись немного? О-ля-ля! Обалдеть! Это же гениально! Это же... Да, Бен, что? Бен! Бен! Бен, ты где? Я человек-невидимка. Теперь весь мир у моих ног. Я могу делать... Что хочу? Сними это. Что? Раздевайся. Что ты меня позоришь? Что, я испугался? Снимай. Да успокойся ты сейчас. Если вы не против, продолжим. Одну минуточку, я... Давай, скорее. Я маленькая лошадка. Иди сюда. Живется мне не сладко. Ты идешь или нет? Сейчас. Привет, лошадка. Что, глюки замучили? Ну, хватит! Может, вы мне объясните, что это за штучка такая? Универсальная отмычка? Нет. Обычная кредитка. Да? Ух ты! С такой кредиткой можно далеко уехать. Кто из вас любит трепаться по телефону? Я? Если честно, я без телефона, как без рук. Идемте со мной. Я покажу вам новейшую модель. Уилл, подождите нас здесь. Осторожно, руками ничего не трогать. Врубаешься? Смотреть можно, трогать нельзя. Смотри, не перепутай. Правильно вы ему сказали, а то начнет лапать все подряд, как на дискотеке. И что? Добрый вечер. Хочешь узнать секрет мужского обаяния? Смешная шутка. Да. И запах, что надо.
Это какое-то недоразумение. Я ведь сказал, меня интересуют телефоны, а не дантисты. Ложитесь. Я, конечно, уважаю дантистов, но я не хочу... Нет, 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 подождите, подождите, нет. Я серьезно, я же только хотел посмотреть. Ах ты чокнутый профессор, отпусти меня. Что ты собираешься делать? Эй, не надо, не надо. Зачем ты это взял? Не трогай меня, это же не телефон, я знаю. Я знаю все модели, я все знаю. А, не надо. Я больше не могу, я иду домой. Не надо, я... Нет, нет, хватит с меня. Вот так, вот так. Ум, ум, молодец. Ум! Какой сюрприз, мистер Бен. Что же так долго? Ага. Вот так. Нет, лучше вот так. Ну вот. Я установил вам новейшую модель. Чтобы ответить на звонок, надуйте щеки и щелкните языком. А как же смс-ки? Какая встреча. Девушка, вы так прекрасны. У меня даже часы встали. Как настроение? О, какая ручка. Ты не против, если я сделаю так? А что, если так? Совсем не больно. Я пошутил. Красота требует жертв. Надо страдать. Идемте. А что ты делаешь завтра? Что за... У тебя шопинг. Скажите, я вот тут подумал, а эта ручка, она для подписания шпионских контрактов? Нет, это последняя модель видеокамеры. Инфракрасная, не горит, в воде Фейхерсон. Не тонет. Простите. Держите. Это собственность государства. Особые шпионские наборы. А теперь, господа... Мне остается пожелать вам удачи. Удачи. А, чуть не забыл. Это специальные очки. Сами разберетесь. Зря смеешься. Я тебе это припомню. Однажды я тебе все зубы пересчитаю, обещаю. Мы еще встретимся. Бен, я с тобой совершенно не согласен. По-моему, очень приятный мужик. Посмотри, сколько вещей он, да? И все бесплатно. Это тип маньяк. На следующей неделе мы должны... Мы должны выполнить наше задание. Сами его выполняй. Ты что, не пойдешь со мной? Отстань ты от меня. Ну да, я сейчас тоже больным прикинусь. Отвали. Эй, лучшие! Мы летим на секретное задание! Эй, мы лучшие! Привет. Сейчас вы летите в Ниццу. Там вас уже ждет катер. Связной вступит с вами в контакт в отеле у бассейна. Ясно. Пароль простой. Вы хотите переспать со мной? О, может, в другой раз? И что мы должны ответить? Гичи-гичи, я-я, да-да. Гичи-да, я-да-да. Ты запомнишь? Удачи. Удача здесь ни при чем, мадемуазель. Только талант. И упорный труд вдобавок. Да, и железное здоровье. Да, и удача. Удача. Все верно. Кто-то сказал про удачу. Она сказала. Да. И удача, вы правы. До новых встреч. Аривидарчи. Внимание, вижу цель. Интересно, кто из этих красоток связной? Прикрывай рот рукой, они читают по губам. Ой, да-да-да. И не забывай, за нами спутник следит. Улыбайся, шеф любит идиотов. С ума сойти. Это они. Убейте их. Не она. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы один? Да. Не хотите переспать со мной? Добрый вечер. Добрый вечер. Простите моего друга, он такой порывистый. А вы? Нет, я нормальный. Я говорю, гичи-гичи, я да-да.
Вы мне, вы хотите переспать со мной? А я вам в ответ. Гичи-гичи, я да-да. Ты что, воды в рот набрала? Гичи-гичи, я да-да. Что тут непонятного, а? Что случилось? Да вот, молчит как рыба. Я ей пятый раз говорю. Гичи-гичи, я да-да. А это дура не вижу. Успокойся. Да я спокоен. Извините, вы сказали, вы хотите переспать со мной? Я ей ответила, она молчит как пень. Успокойся. Гичи-гичи. Ша-я-на-на. Может, у тебя лучше с ним получится. Гичи-гичи-ка-на-на-на. Гичи-гичи-ка-на-на-на. Музыкальная пауза закончилась. Сейчас же убейте их. Что? Быстро. Отступайте, повторяю, отступайте. Да, швали-пали по самой никуда. Вы хотите переспать со мной? Прости. Давай ты. Нет, я так понял, с мужиками ты у нас это... Давай. Да я никогда в жизни. А так хочет кто-нибудь? Я зубы лечил. Переспать со мной. Он. Гичи. 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 Я да-да. Ладно, это не важно. Вот, это приглашение на яхту мистера Зло. Нэти Дредс будет там. Love you, baby. Сизна. Что с ним? Эй, месье. Ничего, оклемается. Слушай, там все будут такие крутые. Нам надо быстро прибарахлиться. Туфли, костюмы. Французская ривьера! Добрый вечер. Добрый шляпа. Парковщик! Жду тебя у вертолета. Удачи! Ну что, я тебя снова сделал! Сам дурак! Я приехал сюда раньше тебя! Я уже тут жду 20 минут! Ничего подобного! Я уже давно здесь сижу, слушаю новости насчет аварий. Не выдумывай, ты отстал давным-давно. Сижу, слушаю, а вдруг ты в кого-нибудь врубился? Уже хотел ехать на помощь. Добрый вечер. О, все чисто.
фото. Конечно, крошка. Спасибо. Извините, а это кто? Это король и повелитель сердец, миллиардер, хозяин модельного агентства «Виагра». Мистер Зло. Добрый вечер, мистер Зло. У вас тут ракета М-51 нигде случайно не завалялась? Очень, очень смешно. Я вижу, вы игроки. Я вам предлагаю заключить небольшое пари. На миллион идет? Нет. Нет. Он миллион, я миллион. Итого 2 миллиона. Начинайте. Нет, 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 нет. У нас своя игра. Называется ВГМП. ВГ чего? Время готовки. Мясо. Птицы. Ну да. Типа взбалтывать, но не смешивать. Замечательная игра. Начинайте. Цесарка, кило 700. 30 минут, 200 градусов. Индюшка, на 6 персон. 40 минут, 100 градусов. Свиная рулька, кило 300. 50 минут, запекать в духовке. Ребрышки ягненка, 5 кило. Да. 50 минут на 100 градусов, 200. О, проиграл. Гони деньги. Остынь, детка, тебе это не идет. Господа, окажите мне честь, останьтесь на ночь, пока я соберу наличные. Хорошо. Только без глупостей, ясно? Мы крутые перцы. Ага. Перцы. Тушить на медленном огне. Класс. Кайперинья – это смертельное боевое искусство, которое позволяет… Секундочку. Бенуа Ривьер слушает. Мамуль, я же на задании. Ты что? Ну, перестань. Значит, я уже взрослый? Я тебе перезвоню, целую. Кайперинья, на всякий случай включу автоответчик. Привет, вы говорите с автоответчиком Бенуа Ривьера. Я выполняю важное секретное задание. Оставьте сообщение. Окей. О, ну, дамочки, вы в ударе. Лысый коротышка, не с тобой? Нет, нет, нет. Нам с тобой вдвоем будет веселее. А? Что скажешь? Я видел, как ты все время на меня смотрела. Я знаю этот взгляд. Ты в меня втрескалась, так же, как и другие. Женщина от меня без ума. А может, ты пришла поговорить об М-51? Нет. Я пришла тебя убить. Это все, что ты можешь мне сказать? Но сначала мы немного позабавимся. Замечательно. Наконец-то. Что ты собираешься делать? Неужели ты хочешь... О, какая прелесть. Нет-нет. Перестань, мне же щекотно. Я боюсь щекотки. Ля-ля, уже стемнело. На поцелуй совсем нет времени. Мне пора идти. Отстань от меня. Огнетушитель незаменим при личном контакте. Он любого уложить может. Знаешь, ее башка такой забавный звук издала при встрече с ним. Бум или бим. Вместе вы тоже прикольно столкнулись. Раз и бам, бам. Ты никуда не торопишься? О, нет! Этой ночью я совершенно свободна. Ну, Сим-Сим, открывайся. Черт, как же... Нет. Извините, я ищу туалет. Да, я тоже. Только его здесь нет. Ну, хватит, отстань. О, клевые гипнотизирующие очки. Где вы были раньше? Начинать операцию Flower Power в день вашего рождения, как было условлено. Мы с нетерпением ждем вас на Ямайке. У-ху, шампанского!
Нет, нет, я больше не хочу пить. Нет, не хочу, не надо. Иди сюда и покажи мне свои си. Хотя нет, ты знаешь песенку? Ну, эту. Exciting. I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I know, I know, I want you. Нет, 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 нет. Кто дал тебе команду запевать? Я не давал. Придется тебя наказать. О, кажется, придумал. Что если... Набить тебе морду. Сестры Богдановы уже приготовили спрей. Богдановы? Мы ждем только вас и М51. Пришлите ко мне девчонок. Я хочу развлечься. Что за дерьмо здесь творится? Что еще? Нет, нет. Добрый вечер. Здрасте. У вас и правда сногсшибательная яхта. Будьте как дамы. Что вы ржете? Почему мы смеемся? Потому что... Они очень скоро будут здесь. Кто появится? Они. Они. Они вот-вот нагрянут. Эти парни. Эти... Голубые береты? Нет. Не угадал. Пожарные? Нет, нет. Три мушкетера? Нет. Конная милиция? Нет, опять же. Скажите, это ведь не секретная служба? Нет. Разве вы не знаете, что когда агентов разоблачают, их выкидывают, как рваные носки, за ненадобностью? Виноград. Косточки. Базуку. Бай-бай. Скорее, сделай что-нибудь. Освободи меня, скорее. А меня, быстрее. Ага, пригодились часики. Разворачивай. Заряжай. Я же сказал бай-бай. А мне лысенький нравился. А мне больше нравился тот с бородкой. Чанг-ч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 анг. Спасибо, пошли. Подожди, одну секундочку. Ладно, я сейчас. Я хотел вам сказать, что меня еще никто не спасал. И я так тронут. Я хочу вас отблагодарить по-французски. Ну ладно, хватит. Пойдем. Отстань. Ты что, с ума сошел? Ты ее задушишь. Отпусти ее. Пошли отсюда. Пошли. Ты просто завидуешь. Ей нравится. Но это уже не по-французски. Это слишком откровенно. Ну, отстань от меня. Оля-ля, смотри, какие кустики. Ну-ка, пойдем. Друг мой, чего? Ревность – это тяжкий грех. Чего ты мне заливаешь? Лучше следи за своей женой. Они же сейчас... Я ее брат. Отлично, тогда давай поближе познакомимся. Бокс-тай. Кик-бокс-лей. Опля. Право-влево. Следи за ногами. Что? Осторожно, я тебя не задел. Динг-донг, динг-донг. Так-так-так. Привет, мам. Нет-нет, это Франк Виль. Мы с генералом Буше хотим узнать, что нового. Ну вот, только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит. Как дела? Посмотрите в камеру, ясно? Камера, камера, камера. Где эта чертова камера? Всю ночь не спал, строчил донесение. Вы можете говорить громче? Нет, не могу из-за Уилла.
А что с ним такое? Он только и делает, что дрыхнет. Я думаю, у него мононуклеоз. Они нас за дураков держат. Что? Да, да, войдите. Я уже 2 часа жду. Здрасте, мадемуазель. Как поживаете? Ну вот, он проснулся. Что у вас там происходит? У нас дела потихонечку двигаются. Знаете, это так здорово быть шпионами. Ближе к делу. У нас 2 новости. Нэти Дредс точно связана с мистером Зло. И самое главное, это они сперли нашу М-51. Это точно. О, да. Потрясающая проницательность. Ну и что дальше? Сейчас, подождите. Сейчас. Видите, это розовое, а я заказал брют желтого цвета. Но это то, что вы заказывали. Да, мадам, но нужно работать над цветом. Это не подойдет. Ох, мазут, очень мило. Что мне с ним делать? Это икра, месье, для вас. Это не похоже на икру. Допустим, что это тосты, но это никакая не икра. Вы что, хотите, чтобы я ел тосты с мазутом, да? Спасибо. Это не икра. Забирайте все. Но это ваш заказ. Ладно, видимо, вы не понимаете. Я пытался вам объяснить вежливо, но, Бен, черт возьми, оно розовое, я хочу желтое, по утрам желтое. Ничего не понимаю. Какой-то бред. Что они делают? Успокойся, я все улажу. Ты абсолютно прав. Месье Франквиль, минутка. Я уже 30 лет пью шампанское, такого не видел. Вы сейчас же принесете настоящее шампанское. Живо. Успокойтесь, хватит. Видите себя. Мне еще извиниться? Совсем уже обнаглели. Что это у вас за цирк? Какой цирк? Ну что вы, где вы видите? Ступайте и принесите мне настоящее шампанское сейчас же. Шампанское захотел? Да. На. Ах ты дрянь. Извините, генерал. Победа! Все в порядке. Она всегда нас обслуживает. Я из тебя эту дурь выбил, идиотка. Нет, нет, не я надо, тебя не научу надо. Уважать миллиардеров, а? Вы где? Алло. Вы меня слышите? Что у вас там за бардак? Получила? Извините. Король. Не трогайте меня. Иди сюда. Иди сюда. Вы там что, с ума посходили? Все идет по плану. У нас обычный легкий завтрак. В таком случае, расскажите нам, как обстоят дела. Итак, этот чертов миллиардер мухлюет, использует свое модельное агентство как прикрытие. Название операции, которую он готовит, Flower Power. Надеюсь, вы это расшифруете. Ага. Еще мы пронюхали, что он начнет операцию в свой день рождения. Так, и что дальше? Но мы еще не узнали, когда у него день рождения. Через 4 дня. Мистер Зло празднует свой день рождения. Как быстро вам удалось найти ответ? Извините, генерал, это совпадает со сроком окончания ультиматума. И в довершение всего, нам стало известно, что спрей уже почти приготовили. Он у сестер Богданова. Спрей уже почти приготовили? А что это за спрей такой, вам известно? Он как-то связан с М-51. Мой капитан. Я генерал. Постарайтесь запомнить. Они полные нули. Я таких тормозов еще не видел. Простите, но мы же... Нужен результат конкретный. Ясно. Сведения. Вот именно. Все понятно. Извините. Где прячется Зло? Зло повсюду. Оно внутри нас. Да они издеваются. А мистер Зло бороздит Атлантический океан на своей роскошной яхте. Спасибо, что открыли мне глаза, мистер Зло. Мужики, сволочи. Увы, моя девочка, это печальная истина. И поэтому я сделаю из них стерильных импотентов. Другого выхода нет. Вы правы. Благодаря спрею вы станете единственным мужчиной на планете. Наша планета — это только начало. Спасибо. Оставь меня на время. У меня медитация. Тренировка мании величия. Почему вы его не преследуете? Мы здесь всего ничего. Нам нужно передохнуть, набраться сил. У нас полно времени. Хватит! Вы что, думаете, я полный идиот? Есть немного. Послушайте меня. На Ямайке наш человек Боб Окленд, ясно? Боб Окленд. Замечательно. А какой пароль? К черту пароль! Вы должны спасти мир, так спасайте. Я получил ваши счета. Кончайте транжирить деньги. Из-за вас в стране будет дефолт. О, наши счета. Надо же. Алло, алло, вас не слышно. Оу, где вы? Ну вот, настоящий брют желтого цвета. А на кой он нам? Не знаю. Тогда верни, откуда взял. Как скажешь. Я вас не слышу. Они отключились. Кингстон, Ямайка. Какого черта вы ползете? Живо сюда.
Добро пожаловать на Яна. Я Боб Окленд, ваш связник на острове. Чертовски рад видеть людей из конторы. Скажите, а как вы узнали, что мы шпионы? У вас на рубашках написано. Разведка. Неужели? А, здесь. Да я шучу. А? Мне прислали ваши фотографии, чтобы я мог вас узнать. Вот ты Уилл? Нет, я... Он Уилл? Бен. Значит, это ты Уилл. Ух ты. Он меня даже в очках узнал. Да. Работа такая. Да вы просто ас. Вау. Я профессионал. Я Майка. Ну, и кто теперь наши враги? Китайцы, русские? Нет. Нам нужен мистер Зло. Это имя вам что-нибудь говорит? Мистер Зло здесь все знают. И что он? Вообще-то он стырил ракету М-51. Ее нужно найти и отдать русским. Ха! Мы теперь работаем на русских? Обалдеть. Но это не нам решать. Мистер Зло живет на острове Кая. Об этом острове ходят легенды. Местные его боятся. Никому, повторяю, никому не удалось узнать, где находится этот остров. Даже вам, месье Окленд? Нет? Все, кому это удалось, навечно умолкли. Знаете, что говорят об острове? Нет. В самом деле нет. Говорят, что Кая то появляется, то исчезает. А кто близко подбирался к острову-призраку, не вернулись назад. Ну, надо же. И где они сейчас? Надо же, сколько шпионов развелось? Этот мерзавец повадился на моем месте рыбу ловить. Подвиньте, тут мало места. Вам удобно? Да, все в порядке. Денег нет, отвалите. Нет у меня денег. Отвалите, мелюзга. Пропустите. Не трогайте меня. Отстаньте. Пошли вон. Здрасте. Джимми, сообщение из конторы пришло? Пока еще нет. А? Что? Пока еще нет. Будем ждать. Садитесь. Как здорово снова почувствовать себя в седле. А то уже совсем заплесенел. Спасибо. Меня ведь контора бросила на сельское хозяйство. Что ты выращиваешь? Ты мне нравишься. Да? Я пока законсервирован, однако держу себя в форме. Замечательно. Да я тут все взорвать могу к чертовой матери! Все взрывать я пошла. Замечательно. Молодежь сейчас пошла не та. Зануды. О, да. Отстой, да. Ничтожество. Вы, похоже, крепкие парни. Я уверен, мы с вами сработаемся. Да. Скажите, месье Боб Окленд? Никаких месье. Меня от этого тошнит. Месье? Я сказал месье? Да. Боб Окленд. Почему Окленд? Да, я ведь из Окленда. Да, ясно. Боб Окленд. Боб, откуда? Он откуда? Из Окленда. Кто он? Боб. Классно придумано. Здорово. Да. Может быть и так. Из Окленда, значит, приехал. Чумовая легенда. А почему вы приехали на Ямайку? По делу сатаник. А дьявольская задача. Веселенькое дельце. Это был пароль операции «Радуга», но больше я вам ничего не скажу про это. Я про это знаю, а он не в курсе, дурачок. Я тоже знаю. В конце вы попались, как зеленые салаги. Молчать! В газетах все переврали. На самом деле, это была попытка дестабилизации англичан. Вот так. Ваше здоровье. Отличное пойло. За рулем самое оно. Ну, пешеходы, берегитесь. По-моему, меня повело. Ай, крепко, однако. Оклемался. Зато от нервов помогает. Сообщение из конторы. Для начала прочтем шифровочку. С
Стройная фигурка, точка, цвета шоколада, точка, отдыхала на ветвях его души, точка. Там, где любовь, точка, там всегда проливается кровь. А, я это слышал. Да, я это знаю точно. Это песенка такая. Мамба-ямба-ямба-ямба. Magic people, voodoo people. Расшифровывается так. Сестры Александрии и Александра Богдановой, русские ученые-химики, пропали в Москве в 2001 году. Занимаются проблемой импотенции мужского бесплодия. Кролики — это не только ценный мех, но и лучший тест для вашего спрея. Если они станут импотентами, дело в шляпе. Ну что ж, начнем эксперимент. Просыпайтесь! Зайка мой, мой маленький пушистый. Что это значит? Мы забыли вколоть снотворное. Не забыли, снотворное кончилось. Надо повторить эксперимент. Может, хватит мне пудрить мозги? Смотреть в глаза. Нет, не опускай глаза, когда я говорю с тобой. Глаза твои бесстыжие. Не отводить взгляд. Смотреть на меня. Опусти глаза. Смотреть на меня. Смотри, смотри, смотри. Разглядывай. Опусти. Смотри на меня. Не смотри. Куда? Поднять глаза. Это полный провал. Согласны? Я очень разочарован. Ясно? Тебе очень повезло. И тебе. И тебе. Вам всем здесь очень повезло. Невероятно повезло. Почему, знаете? Дерьмо! Ну что, ребята, готовы к аэрофотосъемке? А нельзя это из джипа сделать? О, ля-ля, не бойся. Представь, что летишь в отпуск на Ямайку. Да мы вроде уже на Ямайке. Проявлю сами знаете что, чтобы найти сами знаете чего. Встретимся сами знаете где. Отлично, вы все поняли. А, ну и молодцы. Я не люблю повторять по 5 раз. Ты только посмотри. Да, какие люди и без охраны. Видишь, я готов идти за тобой на край света. Хочешь, угадаю, как тебя зовут? Мисс Дан. Смотри, сюда приехали не на китов, а охотиться на нас. Убирайтесь, мы пришли не за вами. Прости. Нам нужна она. Бен, ты что-нибудь понимаешь, а? Вы приманка. Вы должны были отвлечь мистера Зло, чтобы мы могли его арестовать и уберечь планету от катастрофы. Нет, нет, нет. Мы так не договаривались. Эй, у вас проблемы. Порезаться не боишься? Пардон, дрянь. Ну что, никак? Надо спасти ее. Сейчас, сейчас.
Предупредите Франквилля! Да-да, хорошо! Я тоже тебя люблю! I love you! Je t'aime! Te quiero! I love you! Бахарини! С кем я теперь во фрисби буду играть? Моя мать потеряет квартиру. Что я ей скажу? Какой стыд. А, позор. Зато мой отец точно не потеряет. А у него есть квартира? Да. Как думаешь, он сможет приютить мою маму на пару месяцев? Ну, если она не боится тесноты. Конечно, нет проблем. Ей все равно. Да ты не горячись, комнатка-то совсем маленькая. Ну и что, маленькая, большая, ерунда. Нет-нет, 2 метра на 2, матрасик 60 сантиметров, решетки. Ну и замечательно, это просто супер. Хороший район, это в Париже? Улица Каторжников. Это потрясающе, лучше не бывает. Надо же, жить в Париже, класс. Мама так обрадуется. А, фантастика. Послушай, спасибо. Меня, я это еще никому не говорил. Мой отец, знаешь, он был врачом. Его признавали все, кроме медиков. У него было 2 диплома. Никаких официальных документов. Эй, да ты не расстраивайся. Думаешь, у меня есть диплом? Да, я понимаю. Пошел он, этот диплом. Через 2 часа с дипломом или без, все там будем. Это уж точно. А у тебя с китаянкой как раз что-то наклевывалось, а? Давай, колись, а? Было что-то? Было? У меня, конечно, девчонок много было, но китаянка первая. Да? Да. Так, ты уже переспал? Что? У меня есть предложение. Откажемся от задания. Ты что, с ума сошел? Нам осталось совсем немного. Точно? Они же нас как приманку используют. С этого момента между нами нет противостояния. Теперь ты и я против них. Ясно. Так жалко, что у нас нет никакого оружия. С этим нет проблем. У меня дома целый арсенал. Отлично. Тогда вперед. Мы их сделаем. Это ваша хижина, месье Окленд? Эй, молодежь, смотрите, у меня есть фото Каи. Да на этих снимках все острова на одно лицо. Просто это один и тот же остров, тот самый. Остров-невидимка. Этот остров двигается, как гигантская черепаха с мотором. В мире животных насмотрелся. Сам-то животное. Это не просто остров, а гигантская подводная лодка. Да я знаю, сколько видел передач о подводных лодках. У меня был канал Discovery. Между прочим, очень интересно. Можете мне поверить. А каким образом мы сможем на нее попасть? Не мешай. Не волнуйтесь. Ведь когда-то она всплывает, я ей такое засуну в глотку, что салют будет видно до Парижа. Я не специально. Обалдеть. Да, не люблю я выбрасывать барахло. Вот оно и пригодилось. А? Оу! Оу! Какая милая вещица! Просто прелесть! Глупости, это АК-47. Армия списала их. И сейчас эти автоматы – главное оружие террористов. Да, теперь мистер Узло не поздоровится. Он у нас в руках. Но сначала спасем мисс Дан, хорошо? Забудь про мисс Дан. Мы доработали спрей, мистер Зло. Кролик будет спокоен, как удав. Да, это ускорит реакцию. Ну вот, есть. Отлично сработано. Поздравляю. Ведь можете, когда захотите. Браво, курносы. Браво, девочки. Супер. Теперь мы начнем глобальный эксперимент. Итак, нам пора отправляться. Не забывайте правило номер 1. Нападать надо стремительно, внезапно. Это ясно? Все будет хорошо. Так. Скажите, месье Окленд. Да? А как мы туда попадем? А, это сюрприз! Знакомьтесь, это Потёмкин! Это гениально! Что это? Он любой остров уничтожит всего за пару секунд. Здорово! Простите, я не хотел. Главное, месье Окленд,
Дождитесь, пока мы уберемся с острова. Прежде чем все взрывать. Бен, мы здесь. А потом гори все синим пламенем. Даю вам время до рассвета. А после мы с Потемкиным все взорвем. Мне очень жаль, но сначала задание, потом люди. Не успеете, придется вами пожертвовать. Ну и работка. Забавно. Мне все время тот лысенький мерещится. Странно. А я постоянно вспоминаю Верзилу с бородкой. Да, странно. Очень странно. Пляж в 10 метрах. А? Главное — внезапность. Положи кокос. Сейчас же положи кокос! Пудзу коконат дау-нау! Вот так. Окей. Отлично. Тихо, 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 тихо. Ты из банды мистера Зло? На кого ты работаешь? Мы есть шпионы из Франции. Ich bin der französisch espionner. I am a spy. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Мы искать вход на секретной базе мистера Зло. Твоя должен нам помочь. Если покажешь вход, мы тебе давать подарок. Давать ручку. Пишет. Сможешь показать на карте? Попробуй. Конечно, я знаю, где вход. Ага. Нам повезло. Идите за мной. Вот это удача. Где они? Не знаю. Да, придурок, ты посадил батарейки, игрался вчера в костюме весь вечер. Стоило тебя на 5 минут оставить, все испортил. Ничего, суп. Ничего, все обойдется. О, осторожно, сзади лев, осторожно! Стоять! О, боже, макака бросает кокосы. О. Я тебе не макака. Ясно? 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 А? Эй, старичок, ты куда? Ты же обещал показать вход. А сам? Я здесь 5 лет без женщин. Ясно? 5 лет. Ладно, только по-быстрому. Невероятно, сколько времени теряется на задании. Просто ужас. 5 минут ничего не решают. Ты что, издеваешься? Я слышал, один тип занимался сексом 15 минут. Это сказки. Неправда. Так не бывает. Above the falling rain, I feel so good in my neighborhood. So here I come again. I've got to have a piano. Другой человек. Бен, он готов. Вы только не обращайте внимания, он малость чокнутый. Я считаю, это наглость так нас задерживать. Решили немного развлечься, мистер Кокос. В чем дело? Почему я должен ждать вас 1.5 часа? Всего уволю час. К чертовой матери! Все, все понятно. Тогда быстро идемте показывай, быстрее. Где вход. А вход там. Там. Да? Идем туда. Только повежливее. Успокойся, успокойся. И галстук смени. Нормально. Ну что за народ? Ничего доверить нельзя. Он хотел как лучше. Что идем. Такое? Идемте скорее.
Джентльмены, мы на месте. А где же вход? Входа нет. Чтобы попасть внутрь, нужно симулировать оргазм. Что? Так мне девочки сказали. Ну, вперед. Ты сам говорил, у тебя всегда получается. Это правда. У меня как-то было два оргазма за один раз. Главное настрой. Понимаете? Сейчас увидите. Уже близко. Нет, 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 джентльмены, учитесь, пока я жив. Оргазм. Наконец-то. Ой, подумаешь. Вот как надо. Так, 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 так. О, открывается. Давай, 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 еще. А, дело пошло. Молодец. Вот ваш вход. Ладно, ребята. Я пошел, девочки меня ждут на блины. Опоздаю, будет скандал. Удачи вам. Спасибо. До встречи. Приятного аппетита. Ну что? Да. Мы на месте. Продолжаем спасать мир. Так, 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 Нэти Дредс. Какая встреча. Господа, добро пожаловать на день рождения мистера Зло. Мы никак не могли его пропустить. Вечеринка начнется через 2 часа в центре управления. Вечерние костюмы обязательны. К сожалению, мы не сможем прийти. Мы не пройдем фейс-контроль. Надеюсь, мистер Зло на нас не держит зла. Простите, простите, вырвалось. Это я скаламбурил. Простите. Не беспокойтесь, я замолвлю за вас словечко, друзья мои. Супер. Ну, извини, ляпнул. Слушай, что такое? Почему она не пыталась нас убить? Ну как же ты туго врубаешься, старик? Она на меня запала. Включи мозги. Ладно, тогда план такой. Мы оторвемся на праздники, 2-3 коктейля, лучше 3. А лучше потом замочим их всех и смоемся. Да. Уилл? Да. На рассвете Боб взорвет остров. Да. Мы сильно рискуем. Да. Если нам суждено умереть сегодня... А нет, не надо. Я хочу, чтобы ты знал. У меня никогда не было настоящих друзей. Даже в детстве. Кроме мамы, так уж вышло. А с тобой я впервые почувствовал, как бы это сказать... О, нет! Праздник начинается. Следуйте за мной, господа. За тобой хоть на край света. Ну, идем. Да что с тобой? Нет, ничего, ничего. Я же вижу, ты расстроен. Ничего, я просто хотел поговорить с тобой, но это уже не важно. Но говори, только быстро. Да я просто хотел... Это очень легко. Да. Наклоняйтесь налево, и он поворачивает налево. И направо. Направо. И назад. И назад. И вперед. И вперед. Понятно? Конечно. Вроде да. Мы же не идиоты. Ой-ой-ой, она вертится. Нэти, подождите нас. А ну вернись. Нэти, подождите. Нет, снимите меня отсюда, я не Шумахер. А где она? Я не знаю. Я думал, она с тобой. Я приехал с другой стороны. Она что-то задумала. Внимание. Разъехались. Давай. Нет. Хилая у них тусовка. Ну вот, мы первые пришли. Не надо было так гнать. Сколько же они электричества жгут? Смотри, какой прикольный плафон. Не показывай пальцем, это неприлично. Представляешь, какие деньжища сюда угрохали. Ой-ля-ля, экстра-класс. Лучше об этом не думать. Смотри, что там. Нет, успокойся. Я очень рад, что вы смогли прийти, господа. Вы даже не представляете, как я этим тронут. Честно признаюсь,
Вы мне невероятно симпатичны. А, вы нам тоже. Не хотите присоединиться к моей команде? Втроем мы бы год свернули. Нет? Будем править миром. Заманчиво. Да. Дело серьезное. Да, поговорить. Можно обсудить? Конечно. Наедине. Ничего? Спасибо. Ну, что скажешь? Надо что-то делать. Он от нас не отстанет. Нет, мы просто покуражимся. Мы не можем. Раз, и повяжем его. Так вот, ответ на ваш вопрос будет «да». Да-да, мы согласны. Мы согласны, да, согласны. Но только при одном условии. Да, 2 недели отпуска в августе. Да? По-моему, это несколько маловато. Согласен. Отметим это. Скажите, а план-то у вас есть? Конечно, план существует. Гениальный план. Я собрал здесь самых красивых женщин планеты. Через свое модельное агентство Виагра. Когда я избавлюсь от человечества с помощью волшебного спрея, я закроюсь на этом ковчеге со всеми цыпочками. И тогда... ку-ку. И тогда мы сильно постараемся и создадим новую расу людей. Они и я. Сколько мне лет? Лет 50-60. Не больше. Точно. Всего 30. Все зубы свои. Вы отлично выглядите. 35 я стану властелином мира. Неплохо. Просто супер. А что вы сделаете с мисс Дан? Он в нее втюрился. Нет, замолчи, трепло. А, мисс Дан. Она здесь. Она присоединится к нам, как только согласится стать одной из моих моделей. Ну, раз мы теперь партнеры, может, вы спишите мисс Дан на мой счет? Что ты к ней пристал? Тебя не спросил. Пусть повисит пока, целее будет. И... ну что ты лезешь на свое дело? Отстань от меня. Отклеишь. Попозже. Господа, сестры Богдановы подготовили М-51. Попрошу всех занять свои места, праздник окончен. Господа. Все готово. Начинаем. Номер 1 готов. Номер 3 по каждому сигналу. А теперь, господа... Вы арестованы! Руки вверх! Всю руку за голову! Собственно, против вас! Вы имеете право на адвоката и один звонок! Ну, наконец-то! Ну, прямо люди в черном! А мы вам подарочек приготовили! Ловите! Спасибо, мама. Что? Какая мама? Добрый вечер, папа. Нет, это не папа. У вас что, однополый брак? Небольшой маскарад, месье. Нет. А то есть как... они... А тебе? А тебе, лысый, я телефон не скажу. О, нет. А где вам так голос поставили? Прошу прощения. Кажется, я забыл вас представить. Мои родители. Но это долгая история. Вы меня достали! Что, малыш, что ты сказал? Заколебали своей билибердой. Сынок, не надо говорить плохих слов. А? Хочу и буду. Тише, не надо, сынок. Ладно. А кем ты хочешь стать? Мистером Зло. Можно сказать, что мы справились со своей задачей. Ну, хватит, хватит. Расстроил до слез. Но ведь все еще можно исправить. Спасибо за сочувствие, господа. Не надо так убиваться. Стоп! Все это ерунда по сравнению с моей жизнью. Прости, но у нас нет времени слушать твою историю. Убей их. Хорошо. Прощайте, господа. Эй, вы, быстро поднимайтесь наверх. По лестнице бегом. Живо, живо. Туда. Знакомьтесь, это мои любимчики Боб и Марли. Они очень сильно проголодались. Вилл? Да? Рада вставать. Пистолеты! Стреляй! 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 Ху!
Пришло время умирать. А, можно прочесть короткую молитву? Всего молитву. А после молитвы мы... Быстро. И сказал Бог мировингам: если ты голоден, поешь. Мучит жажда, попей. А если ты попал под каблук, надень свои очки. Гипнотические. Надевай свои очки. Нет, нет, нет. Только не очки. Вилл сказал, ныряй. Вилл сказал, ныряй. Эти скаты такие жестокие. Ничего не поделаешь. Смотри, даже в расчлененном виде она красива. Удивительно, как быстро исчезла рука. Руки всегда идут в первую очередь. Зато нога еще держится, держится. Точно. Такой насыщенный красный цвет. А какая скорость. Глаз радуется. Параметры в норме? Да, сэр. Спустите экран. Есть, сэр. Начинайте моделирование с Лондона, Токио, Нью-Йорка. Предупредите меня, когда мы дойдем до Европы. Угол наклона 15 градусов. Включите подсветку. Алло, алло, это Франк Виль. Извините за вторжение. Супер, давайте, давайте, не обращайте внимания. Продолжайте запись. Уходим. Мы уходим. Мы уже уходим. Эй, эй, осторожнее! Мисс Дан! Не волнуйся! Убери свои лапы! Не волнуйся! Я всегда думаю о тебе! Я думаю! Я думаю о тебе! Боже же! Осторожнее! Аккуратно! Подождите, месье! Месье! Пожалуйста, месье! Вы не пожалеете, потому что мы раскроем один секрет. У всех есть секреты. Приготовиться. Подождите, мы не закончили! Наш секрет посекретнее вашего. Тихо. Будет. До запуска осталось 5 минут. Ребята, я искренне надеюсь, что вам удалось выбраться оттуда, потому что я сейчас уничтожу остров. Подлежись к ним, Казанова. Если вы нам поможете, мы в долгу не останемся. Радар сообщает о нападении. На нас идет торпеда. Плевать. Давай, давай. Да. Да, да. Сматываемся! Прямая тревога! Это Боб! Не вот дайте ему уйти! Сейчас все взорвет! Уилл! Бежим скорей! Быстрее! Бен! Бен! Там места! Не ждите меня, Бен. Если я сегодня погибну, позвони моему отцу и скажи, на этот раз дикарь действительно спас мир. Давай, Биг Бой. Ты сможешь. До запуска осталось 3 минуты. Мне очень жаль твоего брата. Он мне не брат. Дикарь, скорее, скорее, скорее! Что ты стоишь? Она свободна! О, здрасте, мадам! С вами все в порядке! Вам конец. Туда же! О, нет. Вот тебя, вот, вот, вот! Снимай свой парик! Отпущу! Убейте их! Ну и что с ними делать? Они ведь еще совсем дети. Окей. Окей. Две минуты до запуска. Ну, запускай свою женщину. Милая, покажи класс, детка. Нам пора смываться. Я сейчас. Ползу, ползу, ползу. Внимание, внимание. А теперь торпеда номер 3. Дыш! Бежим. Быстрее, 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 быстрее. Эй, мистер Кокос, надо смываться отсюда. Уходим. Да потерпите вы. Что, уже пора? Нужно закрыть пусковой люк. Сюда. Пошли. Давайте все на мое судно. Ты имеешь в виду плот?
Да, что-то вроде того. Бежим, бежим! Скорее, скорее! Ну что, нравится? Да уж. Ты превзошел себя. Глазам своим не верю. Ущипните меня. Молодец, сынок. Подожди, мы же забыли спрей. Хорошо, когда к тебе приходит успех. Что, что? Шампанского, шампанского всем! Замечательно. Секунду. Бенуа Ривьер, спаситель мира, слушает. Кто это? Это Фрэнки. Да, Фрэнк Виль. Я сейчас включу громкую связь. Отлично, отлично. Ну и как мы тебе в качестве наживки меньше будешь умничать? Я хотел вас поздравить со спасением мира и объявить о вашем зачислении во французскую разведку. Тоже мне радость. Отлично, придурок. А также хотел... Отвали. О, моя любимая китаянка. Я всем отомщу. Ладно, оставь-ка это. Может, попробуешь стать певцом? Я слышал, яйца в этом деле хорошо помогают. Да, я тоже это слышал. И со своими я стану знаменитым. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу компании «Люксор» в 2004 году.